Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Лысый Пётр, и сегодня я хочу задать вам один вопрос. Ребят, вы Оберона видели? Нет, не знаете такого? Ну, сегодня мы его замочим. Короче, мы сейчас идем его и будем просто потрошить. Он там сидит себе, отдыхает, а мы возьмем его зарежем. Только в какой он стороне? Ну, скорее всего, в этой. Вам нужно сразиться с Обероном. Да, сейчас дойду на него и начну запись. Что? Так, ребят, я нашел его. Вот он. О, просыпайся, Соня, за Соню. Однажды я покинул свой народ, свой лес, и зато был наказан. Более этого не повторится. Хорошо, так. Ага, можно на него вот так. Погнал, 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 погнал. За каждую сломанную ветвь. Проникают в мой мозг. Я не могу ничего изменить. Они идут. Они идут. Ого. А вот и они идут. Черт, двое сразу. Окей, давай сразу первую мочим. Стой, 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 ребят, ребят, ребят. И расходимся. Давай, 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 давай. Быстрее, освобождай, освобождай, освобождай. Тихо, 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 тихо. Быстрее, быстрее. Кого-то хавает, смотри. Черт. Так, хорошо. Ой, все выжили. Вот это да. О, интересно получилось. Может, я подумал, что кто-то уже умер. Пацаны, вперед. Быстрее на него. Давай, 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 давай. Все, 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 все. Ох, как они тащат его там. Ох, как они его там тащат. Охренеть. Тихо, тихо, тихо. Быстрее, быстрее, быстрее. Оставьте меня в покое. Давай, на лошадь. Ушел. Ступаем, пацаны. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Отлично. Ступаем, ступаем, пацаны. Так, все. Готовься, готовься, готовься. Смотри, бежит. Вперед. Лови, лови, лови. Давай, 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 давай. Вот так. Отлично. Пацаны. Вперед. На небо. Давай, стой. Смотри, нахрен. Пацаны, сюда. Стоп, 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 стоп. Все сюда. Так, ладно, тролли теперь пошли. Хорошо, давай попробуем сначала с одним расправиться. Давай. Вперед. Ого, назад, 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 назад. Вперед. Так, ну один готов. Хорошо. Так, смотрим следующий. Отступай. Наступай. Вот так, 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 вот так. Отлично, пацаны. Дальше идут. Вот так, все. И сейчас давай. Давай. Агри его, агри. Отступай. И вперед. Давай, пацаны, все налетаем. Ой, окружили его, смотри. Ой, все его размочили. Готово. Так, души собираем. И погнали. Давай нахрен. Мочи его. Воу. Ну это было эпично. Все-таки да, это было классно. Хватит. Избавьте меня от страданий. Да, давай. Просто хренак. Я убил эльфа, который на самом деле бессмертный. О, ну ладно. Пошли в новую локацию. Это что? Гениально, хозяин! Заклятие щита! А, ну хорошо. Так,
автобусе отнесут сейчас, и тогда мы пойдем уже в новую локацию. Локацию гномов. Ёбаная лягуха сидит, смотри. Тихо, спэм. Пошел ты нафиг. Она съела моего прихвостня. Отдай. Охренеть, чуть не съел его. Так, и пабарабабам, и мы входим в новую локацию. И входим. Да, пошли. Давай же посмотрим на новую локацию. Мне уже интересно. О, похоже чем-то на спелые холмы. Ну, только такая местность более горная, чем спелые холмы. Это уж не холмы, а горы. На окраинах золотых холмов, где живут гномы. Гномы-повелитель — это злобные бороды с ногами. Злобные, промоченные пивом бороды с ногами. Классно. Ну вот так, ребят. Вот тебе новая локация. Хорошо, ребят, мы победили босса. Мне кажется, для одной серии это будет нормально. С вами был Лысый Петр. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока. Squirrels rabbit horse.